Доброго дня, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Был сегодня с утра на основном водоеме, тишина полная. Вот, время 2:30, 23 мая 23 года. Приехал сегодня с утра, во сколько я, в 5 был? Нет, в 4:30. Начал ловить, и буквально что-то 3 плотвы, по-моему, столько же окушков. С собой взял Prestige SX4, 1,85 м, который, и катушка Prestige 800, ну, экспериментальная леска. По мормышкам пока не знаю, наверное, 0,2. Погнали, попробуем что-нибудь изловить. Кто-то есть? Это был окунь. Это был окунь, который убежал. Это хорошая рыба. Слушай, что такое-то? Только приехал. Второй заброс. А как престижик отрабатывает классно. Ну, это карасик. Вот тебе здрасте. Это красивище. Ну, такой хороший карасик. Ну, отдай. Крючок-то не освободишь. Один. Ну как я удачно заехал посреди дня. Еще один. Ух. Буйные ребята. Всегда идут в поход. Так, ну что, вытащим. Это неохота подсак мочить. Я тут дома забыл его вытащить, из рюкзака просушить. Ух, какие. А, вот это хлопцы. Спасибо, дорогой. Свободен. Забыл достать, высушить его. Блин, он пахнуть стал, это пипец. Так что не забывайте никогда подсак дому просушивать. Ну, это прям обеденная раздача карася. Гляньте, что творится. Ну, этот помельче. Так, ну что, поднимем краником. Так. О, красота он какой, а. Ну это ж изумле. Я говорю. На основном водоеме воды больше, раза 3, наверное, а клюет меньше. Вот как так? Здесь воды меньше, зато клюет больше. Потому что воды меньше. Это вообще атас. На каждом забросе. Вы гляньте, что творится. Это поскрупнее будет. Заметно.
дядька. Все за верхнюю губершечку, все как положено. Ну что, блин. Это надо подсак доставать. Так шлемазу бы самому еще. Отключусь. Красиная Эльдорадо сегодня. Дома. Ого, смотрите, какой лапоть. Заметно больше, чем с утра. Оп, крючочек отдал аккуратно. Ну, пока Big Fish. Какой увесистый дядька. Спасибо. Невозможно. Это что-то вообще сверхъестественное сегодня. Кстати, на улице пасмурно. У нас вчера был офигенный ливень. А ему хнуть бы что. Опять очередной. Берет, считайте, на каждом забросе. Надо помельче. А это вообще окунь. У меня уже при жужжании фрикционный нервный тик начинается. Тут убежал хорошенький был. Слетел с крючка. Ну, подсак достал. Сейчас убирать не буду уже. Пускай лежит. Контакт. Ух. Ух, ёпта, вот этот рыбочек был. Ну, престижик, давай, давай, давай. Окунь, ёпрст-то. Только хороший. Так, что тут у тебя произошло? Как ты так весь зацепился? Отдай. О, красавчик. Чуть не крупное, по ходу дела. Не. Ух. Слушай, при таком активном клюве надо плетенку ставить. Опять окунь. Есть. Есть что-то. Блин, слушайте, ну это магия фиолета. Ставил сейчас. Это, ребят, магия фиолета просто. Такие кабаняки клюют. О, даже отцепился сам. Так, дружбан, подожди.
Диску не порви. О! Ёлки. Вот так показывать надо. Офигеть размеры. Ставил зеленые, сейчас красные. И даже на красный хреново идет. А тут такие прям... Оп! Красота. Выключил камеру. Вот только что сдал поклевки. Послушайте, ну это вообще просто раздача. Ну это не крупный. Я думаю, мы этого хоть друг живем. Какой буйный какой, а? Золотой. Вообще. А? Красавчик какой. Рыбу надо отпускать. Помните об этом всегда. Когда у вас клюет. О-о-о-о. Обеденная раздача карася. Просто обидно. У меня сейчас такое впечатление, что идет на Волге. Не иначе. И помельче, и покрупнее. Какой хочешь клюет. Еще раз говорю, поставил. Поиграл с приманками. И нифига. Окунь откликается, а карась молчит. А вот фиолет поставил, на тебе здрасте. Даже удивительно сегодня. Вот это крупняк с палец размером. А, я так понимаю, что сильный дождь, который был вчера. Вчера у нас реально ливняк был такой, что аж свет выключали минут на 40. С молнией, с грозой. Вот. И видно стало... Здесь ручей впадает, подмывает. Здорово. Видно, намыло. И вот он харчит. Что намыло. Что-то больно шустрый. Окунь опять. О, они меняются. Окунь, то карасик, то окунь. Да и окунь, это такие брать стали. Покрупнее, не мизинчиковые совсем уж. Так. Не, ну это вообще. Я в шоке. Чтоб так посреди дня брало. Это что-то с нечто, тоже хорошенький. Ну какой. Самое прикольное, что это не лещ. Ему воздух не помогает. Так, подсак, где? Ай, подсак, 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 подсак. Ну, как вам, товарищи караси, в обед, да? Офигеть можем. Я просто в шоке. Блин, не возьмешь его. Скользкий весь как... О. Так. Офигеть, лапти клюют. Стой ты! Мать твою, уйти. Да я отпущу-то. Блин, упрямый. Так, включусь. Начумить можно. Самый буйный сейчас. Красава, да?
моя ладонь рядом. Ребята, ну это, я не знаю, как на платнике, наверное. Вот этот помельче. О! За шип зацепился как. Так, друг, мормышку не срежь только, пожалуйста. Блин, ну это сказка рыбака или сказка мормышера. Не, ну вы гляньте, что творится. 2-3 минутки перерыв и опять. Посреди дня белого, блин, кто бы мне сказал, что он тут так берет, я бы нахрен с утра не вставал бы. А? Сейчас на танточку зеленую отреагировал. Не стал я фиолетовую ставить. Стоять! Отцепился сам. О, такой грязный. О, свободен. Страшно представить, что будет, если я сюда спикером приеду. Вот и честно. О, плещется. Очуметь можно вообще. Вот это раздача, конечно. Но пока вот фиолетовый мотыль в приоритете. Поклевки есть на другие приманки. Но это окунь, похоже, делал. Но меньше. Да. А, не, сори, плотва. Прям чувствуешь по сопротивлению уже. Так, давай там обсирамбр делай без меня, пожалуйста, как-нибудь. Фу. Лишь бы нагадить. Я понимаю, что ты боишься, но не до такой же степени тоже. Потому что мормышка-то не самая легкая. У меня стоит мормоденс 0,2 грамма. Ну, то есть там воды по колено, блин. Чё он тут вот так вот бомбит просто? Я говорю, поклевки практически на каждом забросе. Ну, прямо интересно, сколько сейчас время-то? 15:41. Ну, средь бела дня, считайте. Вот тебе и здрасте. То дождь, то ветер, то не пойми чего, а у него жор, блин. Ладно, поклевка была. Прозевал. Шнур не очень хочу ставить, потому что после вчерашнего дождя всю муляку с деревьев набило. И она вон плывет ровным слоем. Сейчас шнур забить, нехрена делать. За карась точно сел. Да хороший опять. Как лодка подводная. Такая. А, сошел. Блин. А чьи это ты у меня? С каких-то. Ой-ё. Это еще больше поход делал. Да, самое хреновое, что скоро отсюда уходить придется. Вот он пришел. Ох, какой валенок. Ой, тихо. Где наш друг подсак?
На подсак ссылку оставлю в описании. Давай, 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 давай. Есть. Фу. Фу. Вою дивизию. Вот это да сегодня. Сегодня просто что-то с нечто. Такие чушки. Отдай. Гляньте, на ладони не умещается. Красавцы какие клюют. Тимус, гадкий. Давай, хоп. Все, ушел. Закону подлости. Сколько я мормышку здесь провел, сколько я уже рыбу поймал. Вот что там на дне такое лежит, что я периодически за это все цепляюсь. Притом не в одном месте. Такое впечатление, то ли там проволока натянутая какая-то, то ли веревка, то ли палка, блин. Собака. Ах, big fish. О, пацаны, это что-то сильное село. И пошло оно куда-то. Лесочка у меня тонюсенькая. Я даже остановить не могу. Обрыв процентов 80. Она говорила мама, поставь шнур, а. Ну, по ходу дела все. Не, тянет. Ага. Там палки, елки зеленые. Куда он вдоль берега-то поперся? Скорее всего, карп или карась хороший. Леска почему-то трется, прям чувствую. Ну да, в палки зашел. Да ёшкин кот. О, блин, здоровый. О, в самые дебри залез. Чувствую, не вытащу я тебя оттуда. Все. Обидно. Что было, скорее всего, карп. С таким целеустремлением только он уходит. Скорее всего, он был. Потому что он просто взял и пошел. Вот прям вдоль берега, вдоль мели и туда, вон в ветки вот ушел и все. Обидно. Ну, что сделаешь? Так, ну что, братцы рыбаки, с этим ушедшим трофеем как-то и клев срезало. Сейчас поставил шнур. Не знаю, может он, конечно, тому виной. Но сомневаюсь. Ух, эти, или дураки плещутся там. До туда я не докину никак. Зачем, наверное, все. Вот такая обеденная вылазка у меня получилась с жором карася. Притом карась хороший брал. Ну, а то, что клюнуло, это, скорее всего, еще раз говорю, карп был. Они здесь присутствуют. Единственное, что жалко в данной ситуации, что рыба травмировалась.
Вот это больше всего меня угнетает. Но, с другой стороны, крючки, в принципе, фирма дает. Так что, я думаю, недолго он мучиться будет. Затем все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Будут деньги, высылайте. Будут вопросы, задавайте. С вами был Сашок. Всем приятного просмотра.